13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». Свое особое мнение сегодня высказывает Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товар» и... И снова немножко «Особой газеты». И снова немножко «Особой газеты». Добрый день, Светлана. Извини, немножко тебя так это перебил. Зато представил. Зато представил, да. И еще просто хочу сказать, раз уж сегодня 7 марта, Свет, тебя, всех девчонок на эхе, и всех, кто нас слушает, всех женщин, которых я безумно всех вас люблю, поздравляю с 8 марта, с наступлением весны. Желаю вам всего самого лучшего и много-много любви. Спасибо. Но ты даже нарушил традицию ради этого поздравления. Я не стал говорить про приятный аппетит, тем более, что, думаю, сейчас очень многие наши слушатели как раз уже, собственно говоря, отмечают. Совершенно верно. Спасибо. Начинаем нашу программу. И я бы хотела начать с истории со Светланой Чарушиной, которая буквально недавно, совершенно на днях, 2 дня назад, заявила о том, что приняла решение сменить сферу деятельности. Светлана Чарушина, начальник УФНС, Федеральной налоговой службы по Кировской области. Как ты отреагировал вот на это ее заявление? Мало того, что она сказала, что этим самым сказала, что она уходит с поста начальника управления Федеральной налоговой службы по Кировской области, она еще и приняла решение сменить вообще сферу деятельности. Правда, не раскрыла, там, чем будет заниматься. Там есть интересный момент. То есть человек принимает решение сменить сферу деятельности, а потом, когда говорят, где же она будет работать конкретно, есть несколько предложений, я еще не выбрала. Но я бы хотел, Свет, начать эту историю немножко с другого. Вот недавно у нас тоже такая прошла информация, что один из наших великих инвестпроектов будет закрыт. Это Кировлес, ты имеешь в виду? Да, в связи с тем, что этот проект по результатам суда над Никитой Юрьевичем Белых был как бы признан неэффективным. Получилось так, да? Что он был неэффективен, Никита Юрьевич его покрывал, судя вот по решению суда. А так как Никиты Юрьевича больше нет, то проект совершенно пришлось назвать. На этом же суде, насколько ты знаешь, выступала свидетелем и Светлана Геннадьевна Чарушина. Было такое. Вот. И как бы общая линия-то обвинения шла в том, что, способствуя вот этому неэффективному проекту, Никита Юрьевич в том числе задействовал нашу налоговую инспекцию, которая якобы перестала внимательно за ними следить после того, как определенная сумма была получена нашим губернатором. Помнишь материалы этого дела? Угу. Вот. Отозвали инвестпроект, а сейчас отозвали Светлану Геннадьевну Чарушину. Потому что если верить этому решению, которое пока еще не вступило в силу, тем не менее, получается так, что она в этой истории замешана. Она съездила в Москву на коллегию и вернулась с радостным известием, что решила сменить вид деятельности, только не знаю на какой. Ну, была история еще, если уж говорить о Кировлесе, что проект был инвестиционный, этот создан еще до Никиты Юрьевича Белых, и уже тогда он был неэффективен. Может быть, я сейчас не хочу как бы немножко обсуждать эту тему, я просто хочу сказать, что вот эта неожиданная отставка нашего руководителя УФНС, она связана не с тем, что она с кем-то в Кирове не смогла найти общий язык, ей не нужно было искать общий язык ни с кем в Кирове на самом деле, потому что если вспомнить, опять же, очень такую красивую фразу нашего губернатора, что бизнес надо нынешнего действующего. У нас уже нет другого, у нас только нынешний действующий избранный. Вот, что бизнес надо щипать как курицу, чтобы она визжала, но не умирала, да, то, в принципе, тут не зависело от конкретного руководителя налоговой инспекции. Если кто-то думает, что со сменой руководителя как-то изменится позиция налоговой инспекции, это заблуждение. Это просто смена, связанная с тем, что вот это вот тяхо-дело Никиты Юрьевича, оно как бы затронуло очень многих людей, в том числе и Светлану Геннадьевну. Ну, а история, это твое, значит, предположение, что история связана с Кировлесом, а есть другое предположение, что история связана все-таки с активной деятельностью нынешнего правительства в связи с множеством жалоб представителей бизнеса, и ярким здесь примером является выступление человека, который возглавляет предприятие «Чепецкнефтепродукт», Сергей Киселев, который сказал, что наша налоговая служба буквально задушила его бизнес, в связи с чем он вынужден там будет уйти в другой регион. В общем, очень эмоциональное и такое категоричное выступление. Не однажды, не один раз он это заявлял. И с действиями по попытке усадить за круглый стол бизнесменов и налоговую службу, которую предпринимало правительство с подачи Чурина и Васильева в прошлом году, что закончилось вот такой историей, что эта глава уходит, мы имеем в виду Светлану Чарушину, а придет другой человек, Денис Смехов, называют такую фамилию. Он знакомый кировчанам, он работал в Кирове.
Да, а теперь он работает в Мариэл и ожидает, что... Мариэл, насколько я понимаю. Да. И ожидает, что он в процессе вот такой ротации придет к нам. Ты уже сказал, ты там мой вопрос предвидел, и я тебя хотела спросить, что изменится с приходом нового человека? Что ожидают такие люди, как господин Киселев, который говорит, что невозможно было никак с налоговой службой взаимодействовать? Что новый глава будет какой-то более договороспособный? А как у нас раньше обстояли дела до того, как Светлана Чарушина занимала этот пост? С налоговой можно было каким образом договариваться? Дело в том, что договариваться с налоговой, вот в такое, знаешь, понимание такое, у меня есть проблема, давайте договоримся. Давайте, да я приеду, и мы поговорим. В принципе, никогда было нельзя. Речь шла о том, что есть определенные требования, которые налоговая должна исполнять, да? А вот конкретный список этих требований, он зависит от момента, условно говоря, то есть федеральная структура, да? То есть Москва всякий раз немножко ориентирует, обратить внимание на то, обратить внимание на другое. Стало мало денег в казне, значит, обратите еще на это и на это. То есть помнишь, как одно за другим пошло, там сначала стали бороться с дроблением бизнеса, потом с возмещением НДС, потом там еще с чем-то. То есть вот эти вот вещи, они шли на всей площадке нашей России. Дело в том, что, конечно, движение, контора очень крупная, организация очень крупная, и, скажем, потерять такого налогоплательщика этой области было бы неприятно. Но дело в том, что это далеко не первый налогоплательщик крупный, который из области ушел. И они уходили не только в последний год, а вообще последние где-то, может быть, лет 10, это уход происходит. И как бы от лично Светланы Геннадьевны здесь ничего не зависит. Просто она вынуждена исполнять требования федерального центра, а они унифицированы для всех территорий, условно говоря, для Татарстана и для Кирова. Но где богатый Татарстан и где бедный Киров? Где крупный бизнес вот уровня татарстанского и где, извините, наш, который там чуть жив, именно из-за того, что регион сам по себе не развит, да? Вот. Поэтому как бы думать о том, что какой-то более договороспособный человек что-то изменит, нет. Тем более, что если брать, опять же, последние годы, вот как бы пока была Светлана Геннадьевна у власти, то ведь она очень активно занималась диалогом с бизнесом. И, скажем, какого-то рода вот такие общие вопросы, да, там на площадках и торгово-промышленной палаты, по-моему, были вещи, на площадках администрации районных проходили какие-то вещи, по-моему, общественная даже палата в этом участвовала. Диалог выстраивался, и очень многие люди как бы вот нашли взаимопонимание, то есть не поняли правила игры, скажем так, по которым сейчас работает налоговая, больше там ничего предложить не может. Она может только сделать эти правила прозрачными. Почему именно, и когда именно, и что ждать. Сделать какие-то удобные варианты решения каких-то проблем, которые возникают. Очень много это было сделано. То есть говорить так, что она вообще была недоговороспособна или там не шла на диалог, нельзя. Этот диалог развивался, он шел. Другое дело, что, вероятно, у крупных компаний есть свои проблемы, но которые, я полагаю, просто уже нельзя решить на региональном уровне, и смена руководителя им вряд ли поможет. Вряд ли поможет. Между тем... Ну, хотя, опять же, моральное удовлетворение можно получить. Я вот сказал, и ее убрали. Ага, то есть господин Киселев победил. Между тем, очередной раз заявляет глава нашего региона, то есть, или очередной глава, как мне кажется, нашего региона, в очередной раз заявляет, что власти намерены создать комфортные условия для бизнеса. Вот буквально это было вчера. Игорь Владимирович Васильев заявил, что нужно создать такие условия, чтобы в Кировской области было комфортно работать в рамках правового поля, и что регион взял курс на наращивание инвестиционного потенциала. Для этого важно обеспечить баланс интересов бизнеса и региона. Баланс. Упростить получение господдержки частных инвесторов, если они являются добросовестными налогоплательщиками. Вот когда такие заявления следуют, что за ними стоит вообще? И чего нам ожидать? Как правило, эти заявления являются следствием определенной сложившейся ситуации. Условно говоря, сейчас область, так как она попала под программу реструктуризации долгов, обязана наращивать свой налоговый потенциал. Налоговый. Не инвестиционный. Нет, налоговый. Налоговый потенциал нельзя нарастить, не развивая бизнес. Потому что это, собственно говоря, главный поставщик налогов. Бизнес, опять-таки, невозможно двинуть вперед, не привлекая инвесторов. Потому что инвестиции – это всегда шаг в будущее. Да? Нет инвестиций – нет шага в будущее. Соответственно, когда мы берем обязательство о том, что наши собственные доходы должны расти там, с опережающим темпом по отношению к инфляции, мы должны, соответственно, говорить, что мы должны повышать инвестиционную привлекательность нашего региона. Мы просто должны это сказать, мы должны это сделать. Нет, сказать и сделать разные вещи. Я имею в виду, дело в том, что у многих наших чиновников перепутались вот эти вещи, когда они говорят, мы сказали и мы сделали, для них это одно и то же. Вот сейчас мы разберемся в этом вопросе, еще некоторое время посвятим все-таки этой истории, потому что
столько, на мой взгляд, разноречивых заявлений. С одной стороны, что налоговый не надо кошмарить, с другой стороны, давайте работайте в правовом поле, мы какие-то вам, я не знаю, что придумаем для бизнеса, чтобы вы развивались. С третьей стороны, Чурин здесь в этой студии говорил, что первый зампред говорил, что надо бы налоговые обратить внимание на мелкий бизнес и микробизнес, потому что вот там вся тень, и там, значит, налоги давайте поищем и так далее. И над всем этим большая шапка, которая, как мне кажется, каждый месяц звучит, ну вот постоянно, мы будем развивать инвестиционный потенциал. Все-таки как в этом во всем разобраться? Через полминуты обсудим. Итак, Игорь Васильев заявил, что нужно создать такие условия, чтобы в Кировской области было комфортно работать в рамках правового поля, и что регион взял курс на наращивание инвестиционного потенциала. У меня есть ощущение, что я эту тему чуть не каждый день слышу на протяжении многих-многих лет и даже десятилетий, а вот этот инвестиционный потенциал все никак не наращивается. Более того, он у нас как-то норовит снижаться. Правда, в этом году, вот в 2017 году, мы с плюсом вышли по инвестициям в основной капитал. Итоговые таблички за год я пока еще не видел. Но там, если брать предыдущие годы, то есть ту базу, да, то есть мы еще пока не вышли на уровень, там, может быть, трехлетней давности, я совершенно точно. Дело в том, что о том, что нужно наращивать, извини, инвестиционный потенциал, прости, я так скажу. Угу. Насколько я помню, первым так широкоформатно заявила еще во время губернаторства Шаклейна, заявил его заместитель Владимир Лебедев. И, по-моему, даже тогда была создана программа наша такая первая региональная, ну, известная. Угу. Какой-то форум даже прошел. Вот. Я еще тогда, помнится, в этой программе разбирался, никак не мог понять. Понимаешь, чтобы инвесторы шли в область, им нужно создать комфортные условия. То есть главное, чтобы их никто не кошмарил. Главное, чтобы их проблемы решались администрациями, да? Главное, чтобы на них не накладывали дополнительных обременений, потому что они пришли, они уже вложили в эту область деньги, да? А у нас же как, вот я же говорю, обычная история, там приезжает инвестор в райцентр, ему говорят, отлично, хорошо, мы очень рады, что вы у нас будете размещать свое предприятие, ну вот у нас еще есть клуб, его надо отремонтировать, вот дорогу надо еще отремонтировать, да? У нас тут еще праздники такие, надо вот туда все это сделать. Инвесторы пожимают плечами, идут в соседнюю область. Таких случаев было очень много за вот эти вот как раз таки десятилетия. Ну, если брать Николай Иванович, когда у нас в 2003 году пришел правитель, в 2004, ну да, полтора десятка лет вот эти вещи идут. И все упирается в то, что приезжает в область инвестор, но его воспринимают не как человека, который идет с деньгами, а как корову, которую надо еще и подоить. То есть все полагают, что то, что он вкладывает, этого мало. Он должен что-то еще дать поверх того. Вот этого я не понимаю, кто же пойдет на таких условиях. И это у нас до сих пор никуда не делось. То есть все почему-то считают, что если инвестор заходит в область, это мы ему такое благо большое делаем, да, что мы его пускаем к себе. Вот мы эту фирму сюда пустили, пусть работает. На самом деле это они везут сюда свои деньги. И эти деньги потом, если вспомнить там основы экономики, они удваиваются, утраиваются, уходят в оборот и так далее. То есть у тебя есть ощущение, что это только декларация? Безусловно. Это очередная декларация о намерениях. Потому что если взять вот наши программы по повышению инвестиционного потенциала и просто по пунктам посмотреть, то реальные пункты там только проведение симпозиумов, форумов, семинаров, там, разъяснения там, какие-то, там, встречи и так далее. То есть вещи, которые ничего не меняют. Это разговоры. Mm-hmm. Разговоры и бумаги. Вот мы написали программу, мы отчитались. Кстати, по реализации ни одной из этих программ я документов не видел. Хотя там иногда задаются определенные как бы, итоговые, ну, желаемые результаты. Но как-то вот к моменту завершения программы принимается новая, а про старую автоматически забывается. А если брать просто по цифрам, условно говоря, насколько я следил за этим, пока выходила газета, я, значит, занимался этим в регулярном режиме, то прогнозные цифры не достигались никогда. Вот по объему инвестиций, особенности пересчитывать на душу населения, что понятное было, не достигались никогда. Даже когда был рост, рост был все равно не такой, как хотелось бы. То есть не верю? Так дело не в том, что не верю. Ну, мы не в театре верю-не верю, да? Мы это все уже проходили, это очередная декларация, а делать надо другое, делать надо на самом деле так, чтобы изменилось отношение, в том числе у них, у власти, к инвесторам, чтобы они радовались каждому, кто с рублем к нам пришел, каждому, не только там каким-то крупным, каким-то близким к телу и так далее, понимаешь, любому человеку, кто к нам приходит с рублем, надо радоваться. А у нас ведь как говорят, ты же говоришь, что надо еще по мелкому бизнесу пройтись, там пошерстить. К нам и мелкие инвесторы не пойдут. Это Чурин говорит. Ну, неважно. Понимаешь, к нам и мелкие не пойдут. Хотя, по идее, вот если брать районные центры на окраинах, да, там очень много именно инвесторов, которые не крупные инвесторы. Они приезжают, открывают какое-то небольшое производство. Сами они из Вологды, предположим, и они в Лузе открывают производство. Они не крупные инвесторы. Они даже, условно говоря, в условиях районного бюджета не делают какого-то огромного плюса. Но они создают рабочие места.
хотя бы уже в этом, не создают занятость, не все равно какие-то отчисления. А как ты считаешь, понимаешь? А мы давай будем сейчас, ребята, приезжайте к нам, только мы вот решили маленький бизнес пошерстить. Последний у меня вопрос тебе по этой теме все-таки. Как ты считаешь, от чего это зависит инвестиционная привлекательность региона, и чтобы это было, чтобы такие заявления, что мы будем повышать, были не заявлениями, а превращались в какую-то реальную там инвестиционную политику? Это зависит все-таки от персон, вот от тех людей, которые входят в состав правительства, или это зависит от какой-то федеральной повестки, от какого-то законодательства, от распределения налоговой там, базы, да, в итоге собранной в федерации? Понимаешь, если бы зависело от федералов, то у нас не было вот опыта таких, скажем так, регионов, да, где активно, ну, там, приезжают целые фабрики, там, машины собирают, все что угодно, понимаешь? Mm-hmm. То есть едут люди в такой же точный регион, как наш. Более того, наш, если брать с точки зрения как бы логистики транспортной, да, суперудобный регион. На Транссибе, пожалуйста. Все, со всех сторон, с востока, с запада мы доступны, да? Даже вон, то есть это что есть. Ты хочешь сказать, что правительство получается? Безусловно, каждое правительство работает на себя. Понимаешь, Белгородская область ничем сильно от нас не отличается, да, условно. Калужская область ничем сильно от нас не отличается. Наше новое правительство уже полтора года. Как они себя проявили? Ну, понимаешь, дело в том, что у нас новое правительство уже успело поменяться за это время. После первого года очень сильно поменялось. Кое-кто остался. Вот господин Кличко, тот, да, который занимается вот промышленностью, он ведь остался. Ну, возможно, он просто входил в курс дела, где промышленность вещь серьезная. Почему нет? Может быть, он входил в курс дела, сейчас все-таки, как, может сейчас быть, как это заработает. Не декларация какая-то. Там... Знаешь, всегда хочется в это верить. К вопросу о вере, да, хочется верить. И в 2003 году хотелось верить, и в 2012, и вот в 2018 хочется верить. Но когда начинаешь читать то, что предполагается сделать, когда начинаешь слышать то, что вокруг этого, да, ведь даже оговорка эта, что в соответствии, там, чтобы совместить интересы бизнеса и налогообложения, условно, да, надо все-таки выбрать, ребята, мы что хотим конкретно, да. То есть мы хотим, чтобы к нам пришел бизнес и работал здесь, чтобы у нас было там не три предприятия на область крупных, да, а чтобы у нас было их там 103 предприятия. Ну вот мы можем сколько угодно здесь с тобой об этом рассуждать, но, к сожалению, позвать ответственного чиновника в эту студию и расспросить, что они имеют в виду, мы не можем, потому что вот как раз ведомство, которое мы уже упомянули, ни разу за полтора года не согласилось прийти и рассказать. Светлана, ну даже если оно пришло бы, оно бы просто вот рассказало бы вот эту программу, да, снабдило бы каждый пункт там пояснением. Да, все делается бы грамотно, ну, да. Но дело в том, что за этим никогда нет реальной работы, а об этом мне не могут сказать. Потому что они, собственно говоря, иногда и не знают даже этого. Ясно. У нас есть несколько минут, чтобы сказать про вновь вышедшую в свет особую газету, да, которую ты уже упомянул. Да. 408 номер 1 марта вышел в свет. О чем это нам говорит? Возобновилась. Дело в том, нет, дело в том, что как бы я не планировал восстановление этой газеты, мы столкнулись с такой проблемой, я и круг, скажем так, определенного бизнеса, да, что информационный рынок сложился так, что сейчас на бумаге практически, да, независимых изданий не осталось. То есть все работают либо в составе каких-то корпораций, холдингового типа, где много очень интересантов, которые заинтересованы в том, что содержание было определенного рода, да. Либо, не работая в холдинге, имею сразу целую группу учредителей, которые поддерживают. Бумага, штука сейчас дорогая в России, да. А востребованность этой услуги есть. И сложилось это с тем, чтобы мы как бы исследовали рынок, посмотрели, кто что может, кто что не может. Немножко изменились владельцы издания и так далее. Оказалось так, что проще начать снова выпуск своей газеты, чем пользоваться услугами того, что осталось на этом рынке. Я не думал, что это начнется в марте. Я планировал, что это будет гораздо позже. Но получилось так, что есть запрос. Есть темы у бизнеса, в том числе, за которые он готов платить, но он хотел бы это видеть на бумаге. Поэтому вот мы сейчас выпустили 408 номер, он же первый за этот год. После праздников выпустим уже 409, то есть второй за этот год. То есть возникла просто потребность. Угу. Вот. Если это будет продолжаться, тогда, наверное, стоит уже будет говорить о полноценном возобновлении именно выпуска газеты, как она есть. Как распространяется она сейчас? Пока, видишь, как бы она распространяется в зависимости от тех задач, которые... Каждый отдельный номер имеет, да, условно говоря. Там, если первый номер у нас был ориентирован на Луцкий район, условно говоря, то, значит, туда она и уехала. Угу. Вот. Она бесплатно распространяется или в продажу ушла? Раньше она продавалась у тебя? Она очень недолго продавалась, если напоминать, потому что нас очень довольно быстро выгнали из торговли с нашей особой газеты. Мы рассказывали об этом. Да, мы рассказывали об этом. Поэтому, как бы, нет, в данном случае сразу вот это распространение входит в общую стоимость проекта. Вот я еще раз говорю, что пока это вот, я всякий раз пишу ограниченные тиражи, то есть они не для широкого распространения, не решают конкретные задачи, которые есть перед бизнесом. Если эта востребованность будет продолжаться, то придется на самом деле уже думать о том, что возобновлять вот в полноценном виде вот издание такой газеты.
Так, продолжаем разговор. И вот спасибо тебе, что ты подбросил эту тему. Я, честно говоря, как-то упустила ее из виду. «Единая Россия» предлагает создать по всей стране программу региональных брендов, которые помогут идентифицировать субъекты федерации среди остальных и поспособствовать их развитию. Это, кстати, касается нашей предыдущей темы насчет инвестиционной привлекательности. О чем речь идет? Нет, речь идет о том, что... Нет, просто раз «Единая Россия» предлагает проект, он явно будет иметь какую-то еще финансовую поддержку. Безусловно, речь идет о создании некой госпрограммы, единой госпрограммы. То есть, безусловно, эта госпрограмма, она предполагает финансирование, иначе бы никто активно так и не проталкивал. А уже как бы в защиту того, ну, необходимости этой программы убеждает и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, и Борис Грызлов уже выступил по этому поводу, и известный кировчанам Андрей Хазин активно очень выступил по этому поводу. Координатор Высшего Совета. Да, что эта программа необходима, что это позволит нам как бы... Ну, они, в общем-то, и правильно говорят, что можно любить одну большую Россию, она как бы имеет свои определенные бренды, но ведь она состоит из... Это федеративная страна, состоящая из очень многого числа территорий. О том, что это брендирование необходимо, как бы и на Вятке, по-моему, уже довольно давно все это поняли, да? Вот. Но в этом году сколько мероприятий уже прошло? Я думаю, не только это происходит в Кировской области, но получается так, что у каких-то регионов что-то получается, у каких-то что-то нет. Возможно, иногда это упирается в отсутствие финансов опять тех же, потому что на проведение мероприятий дают очень много, на что требуются деньги, а их нет, вот именно на развитие. А без бренда, сама понимаешь, без узнаваемости региона, это одна из вещей, инвестора привлечь довольно сложно, потому что он должен отчетливо понимать, что то место, в которое он едет, оно как бы будет удобно для его партнеров в том числе, чтобы они недолго думали, да, куда я попал, зачем я попал и так далее. И это было место, как бы, как говорят в торговле, проходное, да, чтобы здесь было активно развивалась какая-то торговля, что-то еще, чтобы были деньги в этом регионе, чтобы был покупательный спрос какой-то обеспечен. Поэтому в этом плане брендирование, оно, безусловно, очень полезно. И я почему эту тему тебе предложил, потому что вот Давыдов Индекс, такая есть средство массовой информации, которое освещает вопрос региональной политики, обратились ко мне. Вот как раз с вопросом. Хазин ссылался, например, из Кировской области. Да, давай я даже процитирую. Он сказал, ну вот, да, о чем речь. То есть, раз он говорит официальное лицо, он представляет позицию, продвигает этот проект. Очевидно ведь, что «Единая Россия» продвинет этот проект? Безусловно. Или у тебя сомнений? У меня нет сомнений. И за ними последуют деньги, я так понимаю. Еще раз. И деньги последуют обязательно. Федеральные. Он говорит, что почти в каждом субъекте федерации, историческом мини-регионе и даже населенном пункте есть точки, которые никого не оставят равнодушными и так далее. Он привел в пример Кировскую область. Но он же был сенатором от нашей области. Да. Что известно большинству людей о Кирове, говорит он. В лучшем случае, что там делают дымковскую игрушку. А между тем, там третье, на мой взгляд, после Третьяковки Русского музея по значимости собрания русской живописи, выдающейся коллекции Дюрера, Великорецкий крестный ход, самый большой в России. То есть он практически обозначил, чем наш регион, но это в культурологическом смысле. В культурологическом смысле, да, но здесь вот тоже хотелось бы еще сказать. Дело в том, что бренд должен быть очень емким, коротким, уникальным. Потому что, да, Третьяковка, мы больше ничего не говорим, просто Третьяковка, Эрмитаж. Кировский областной художественный музей имени братьев Васнецовых, это уже долго. Должен быть очень что-то емкое. Васнецовка. Васнецовка. Ну, Третьяковка, понимаешь? Подожди. Этого нет пока. Сейчас мы поговорим с тобой о бренде. И соответственно, как у нас очень много областных художественных музеев, и пока дойдешь до последнего слова, чтобы понять, о чем идет речь, мы теряем время, теряем энергию, это уже не бренд. Тут надо придумывать что-то другое, понимаешь? Что-то вот... Он говорит насчет дымковской игрушки, да? Ведь исторически сложилось так, что да, вот эта дымковская игрушка, да, но почему у нас она не развивается? Почему у нас, извини, мастерицы, обеспечивающие бренд области, очень небогаты? Ну и самый главный вопрос, почему у нас разделена Слобода Дымкова, родоначальник этого бренда, это же нужно место у него, Дымкова. И, извини, где работают наши мастерицы? Совсем с другой стороны реки. И то есть вот полноценным брендом, чтобы приехали люди посмотреть, вот именно ради того, чтобы посмотреть не на дома, раскрашенные под дымку, а именно к мастерицам в историческую обстановку. Этого у нас, к сожалению, нет. Поэтому даже по этому бренду надо еще очень поработать. Прервем сейчас на полторы минуты, и все-таки хочу от тебя услышать ответ. Зачем вообще «Единая Россия» сейчас подняла этот вопрос? Какие деньги собирается освоить? Меня интересует именно это. Потому что про бренды действительно, ты прав. Мы говорим нон-стоп и в этом эфире, и на разных конференциях. Вопрос про деньги.
Особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товары, деньги, товары», «Вятской особой газеты». Вы сегодня слушаете. У микрофона работает Светлана Занько. «Единая Россия» предлагает запустить программу, государственную программу создания региональных брендов. О ее целесообразности Николай Голиков сейчас как раз и говорит. Но меня интересуют все-таки вот эти истории про деньги. Потому что я про думаю, брендирование, про позиционирование, уже, да. Вот это вот все, понимаешь? Нет, подожди, когда есть программа безопасной качественной дороги, результат понятен. Он как бы налицо. Как сползает потихоньку это лицо, мы видим каждую весну. Когда мы говорим о программе федеральной по благоустройству городской среды, тоже все понятно. Я сегодня еще раз про нее рассказываю. Когда мы говорим про программу создания региональных брендов и государственную, под которую пойдут деньги, результат работы этой программы, как мы будем оценивать? Дело в общем, почему я думаю, почему вдруг этот вопрос встал, я прочитав вот тоже речь Андрея Хазина, да, ведь смотри, он вскользь упоминает наш художественный музей, крестный ход, а потом он переходит к чему? К Вятским полянам, к герою-кавалеру восьми георгиевских крестов Бабушкину. Когда он переходит на другие вещи, он уходит в милитаристскую тему, да, то есть наши бренды должны стать брендами, связанными с военно-патриотическим воспитанием. Я думаю, что по результатам этой программы, так как ведь она будет финансироваться, а тот, кто платит, тот заказывает музыку, приоритет, скорее всего, будет отдаваться вот брендам, связанным с нашей военной историей, понимаешь? А у нас, слава богу, ну или не слава богу, в Кирове очень много что связано, если наш город вспомнит. Всю жизнь работал на оборонку, будучи закрытым. Про область Кировскую тоже у нас очень много предприятий, связанных с комплексом. Вятские поляны, тот же завод «Молот», тот же «Шпагин» там и так далее. То есть, вот, вероятнее всего, это связано с тем, что вот, в свете вот, изменившейся такой немножко внешней политической ситуации, такой все большей изолированности России, нам потребуются определенные вот такие военно-патриотические бренды, и чтобы в каждом регионе он был. Поэтому это госпрограмма. И поэтому уже Валентин Матвиенко говорит, что каждый сенатор должен для своего региона продумать. Сенатор для региона. Не регион для себя, а да. Сенатор для региона. Вот такого рода вещи, они меня как бы, почему, когда меня попросили высказать свое мнение, я высказался, что я очень этим немножко, у меня сложное отношение, потому что, во-первых, программа предполагает некую реализацию, некие сроки реализации, некие условия реализации, да. И когда такого рода вещи проходят, и они не связаны с конкретными предметами, а связаны с чем-то, с идеями, с образами, да, с топонимами и так далее, с топонимами, бог с ним, неважно, как это говорить, с чем-то с таким нематериальным связанным, то это вызывает такую понятную реакцию. Это пропагандистская история. Да, что мы сделаем, проведем, отчитаемся, скажем, вот, провели конференцию, решили брендом Кировской области, будет могила вот этого великого нашего Бабушкина. Я очень уважаю человека, который столько получил георгиевских наград. Но дело в том, что я боюсь, что нас никого не спросят. И для инвесторов, которые будут интересоваться областью, это ни о чем не скажет. Потому что, опять-таки, очень долго объясняют. Вот почему у меня вызвало сомнение вот эта необходимость единой государственной программы. При том, что брендировать регион, безусловно, нужно. Часть пропагандистской истории. Да, я думаю, что это часть именно. Почему именно сейчас это возникло, что нужно вот создавать вот эти вот военно-патриотические области. Тебя это вызывает по энтузиазму или грусть? Это меня вызывает грусть. Потому что, опять же, если говорить о дымковской игрушке, она в этот список точно не попадает. Ну да. Дымковскую разве что с автоматом делать. Так, поехали по городским нашим темам, пройдемся. Ой, столько новостных поводов дает городская администрация нынче. Наверное, такого активного новостного фона не было никогда, мне кажется. Такого любопытного и противоречивого, я сказал бы, не было никогда. Активная город-администрация у нас всегда. Я бы тебе даже предложила выбрать любимую новость, которую можно было бы сейчас обсудить, потому что каждый день они возникают. Но хочется сконцентрироваться на истории с торговым центром «Баска». Как ты вот к этой дискуссии, которая в городе развернулась, цветовое решение торгового центра «Баска», сам относишься? И как ты относишься к заявлениям главы администрации Ильи Шульгина по поводу градсовета, который надо бы сначала, он сказал, разогнать, а потом сказал мягче, и все-таки переформатировать его работу? Ну, градостроительный совет, безусловно, должен работать и работать активно. И вот вопросы, связанные с какими-то, может быть, крупными объектами, да, даже если они находятся в частной собственности, по большому счету, конечно, желательно согласовывать, скажем так, ну, с архитектурными специалистами, да, специалистами по городской среде, по ландшафту и так далее. Сейчас это никак нигде не зафиксировано. Таких требований вроде как нет. Градсовет работает, насколько я понимаю, по отзывам людей, которые когда-либо в нем состояли или сталкивались, работает довольно-таки формально и заточен на решение вопросов определенных бизнес-структур большей частью, да.
то есть каких-то строительных крупных компаний, которые через него проводят свои эти вот, извините за выражение, сооружения, большие, да, большие, да, благодаря которым сейчас вот в школе, где учится мой сын, висит большой строительный кран. Мне всегда каждый раз, подходя к школе, просто ужасаюсь, потому что он прямо над школой. Я не знаю, вот здесь был лучший градостроительный совет, подошел, посмотрел. Причем каждый раз в одном корпусе нашей школы. Да, сначала в одном, потом сейчас вот в другом. Сейчас еще больше кран, там же вон сколько строят. Да. В смысле, краны вот нависают прямо на школу. А что касается вот именно истории с Баском, мне кажется, раз у нас это все никаким образом на уровне городских, городских нормативных актов не закреплено, то надо исходить из того, это частная собственность. Это частная собственность, это мой огород. Что хочу в нем, то и сажу. Что не запрещено, то что разрешено. Что не запрещено, то разрешено. Запрещений никаких нет. И в данном случае я как бы не то, что мне нравится то, что предлагают там ребята с Баска, да, но я считаю, что это их право. Ну и как бы еще себя успокаиваю к тому, что это все-таки район, скажем, не центральный. Да? Ну, одно дело в центре города воткнуть 23 этажа здания, которое не вписывается вообще никуда, да, или над прудом повесить огромную гостиницу, да. То есть, где есть некие определенные сложившиеся контуры, да, условно говоря, это пруд нашу диорамы, там, или это площадь, куда, помнишь, хотели поставить аж целое колесо обозрения, да. И вроде тоже совет-то не возражал. Или за аукцион провели. Вот. Когда вот уродуются какие-то сложившиеся вот участки наши архитектурные, я категорически против. Здесь это промзона бывшая наша, да, там же промзона, она находится, ну, я понимаю, что это не окраина, конечно, но это и не историческая такая местность, и вполне возможно, что если так вот все это сделать, походить, привыкнуть, а может быть и классно будет, черт его знает. По крайней мере, это интересно, понимаешь? Mm-hmm. Это не серо, не скучно. Mm-hmm. И разгонять из этого градсовет я бы точно стал. Надо просто навести порядок в бумагах. Определить порядок, как это все делается. Да? У нас ведь муниципальное здание, когда там красят, никто же не спрашивает окружающий мир, как покрасить. Как муниципалитет решил, потому что он собственник, так он их и красит. Ну а ты, как человек, который живет в этом городе, хотел бы, чтобы спросили? Конечно. Любой из нас, по-моему, из кировчан, хотел бы, чтобы вот когда речь идет на самом деле о каких-то больших объектах, во-первых, нас спросили, появляться этому объекту на этом месте или нет. Во-вторых, как он будет выглядеть. И не очень торопиться, я понимаю, что все торопятся, да, но если люди там перед тем, как начать стройку, 3 года ходят с согласованиями, то, ребят, еще 3 месяца дайте общественности высказаться. Особенно, когда речь идет именно, вот я говорю, что о каких-то сложившихся уже уголках Вятки, где, ну, скажем, ну, как-то ваше здание может быть сомнительно выглядит, давайте обсудим это вместе. 13 марта уже стало известно, да, 13 марта запланировано открытие детского космического центра, на который приедет министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. И это, конечно, прекрасное, торжественное такое событие. Во-первых, кстати, вот это ведь очень хорошо. Вот мы говорили с тобой о брендировании, да? Угу. Вот Киров, Циолковский, Савиных. То есть есть целая линия, связывающая город Киров с космосом с самого начала до современной ситуации. Лучше с космосом, чем с войной. Безусловно, угу. Безусловно. Это предмет гордости и СССР, и России. Там как бы сейчас не складывалась ситуация, все-таки, ну, мы все понимаем, что космос – это не космическая держава. Я так сейчас, чтобы на меня там не возмущались, я не имею в виду связь с Великой Отечественной войной, а с войной в принципе с войной, явлением, да, жизни, вот, человечества. Тем более, в данном случае он говорил как раз о войне, еще, извини, изображение Первой мировой, японской, вообще русско-японской. Дело не в этом. Вот. Поэтому как бы вот сам факт того, что у нас построили космический центр, это здорово. Понимаешь? И там вот эта сложившаяся вещь, там музей рядом, там и бюст Савиных, и как-то вот это все должно быть хорошо, и слава богу, и то, что приезжает Мединский, ну, как бы я к нему не относился, это здорово. Человек статусный, это фигура, это должность. Ну, это был призыв Ильи Шульгина на прошлой неделе на рабочей группе с общественниками сформулировать предложение, а что, собственно, попросить, какой запрос культурный, да, отправить Мединскому, что-то для города Кирова попросить. Вот ты бы что попросил? Ну, вот, Светлана, мы опять же сегодня уже говорили о нашем музее имени братьев Васнецовых. Мы видим, что историческая часть здания ремонтируется медленно. В это время новая уже часть здания постепенно, извини за выражение, разрушается. Мраморные плиты падают. Мраморные плиты падают. И вот когда мы говорим о том, что где-то должен быть или бренд, или что такое, место силы, или все что угодно, это великий музей, изумительный музей. Ну, ребята, давайте приведем его в порядок вот сначала и до конца. Вот я бы с этим обратился к Мединскому. Потому что здание в центре города, и здание, на самом деле, и здание уникальное, и собрание уникальное. И ясно, что за свои деньги нам это не поднять. Поэтому я бы обратился с просьбой выделить целевым назначением на ремонт и исторического здания, чтобы его закончить, и чтобы за это время новое окончательно разрушилось, и на деньги на ремонт нашего художественного музея. Вот моя была такая просьба. Ну, еще одна история, она связана с
чуть не сказала, физкультурной командой, с командой, хоккейной командой «Родина», которая выиграла единственный матч в последней игре группового этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. В сети обсуждается вопрос, не связан ли этот внезапный выигрыш, напоминаю, весь чемпионат «Родина» разгромно проигрывала, и вдруг внезапно последний матч в чемпионате она с неплохим счетом выигрывает. Да. Вот и обсуждается, не попытались ли посластить пилюлю перед выборами. Как Свет, ты думаешь? Если посмотреть на турнирную таблицу, мы выиграли у команды «Динамо Казань», который... А вот, это что, совсем такая уж паршивенькая команда? Она, да, она недалеко от нас находится, буквально через трусечку. Она когда-то была одним из лидеров, но тоже финансирование изменилось. Дело в том, что если бы «Динамо Казань» выиграла, проиграла или сыграла в ничью, для нее в турнирном плане ничего совершенно не менялось. Она не поднялась бы выше, не опустилась бы ниже. Поэтому для нее эта игра была ничего не значащей. Им не за что было биться. Чемпионат кончился, мы уже не поднимемся, не опустимся. Да ради бога. Расслабились. Конечно, они расслабились. То есть ни о каких договорных матчах тут речь Здесь нет смысла договариваться, всем все понятно. Ну, как бы, ребят, вам приятно, вы хоть одну-то игру выиграете. Тем более, «Динамо Казань» и «Родина Киров» команды такие соседние, пересекающие. Очень много хоккеистов играли и там, и там. То есть, ну, понятно, соседние города. Так вот. Сложилось, это считаешь? Так сложилось, это не, я бы не сказал, что договорной матч, или уж тем более как-то связано с выборами. А ты порадовался, что вы... Да нет, конечно, господи. Занимать последнее место с одной игрой, выигранной за сезон, чему-то радоваться, ну, смешно же. Знаешь, если говорить там о спорте, да, о командных видах спорта, я вспоминаю всегда слова Мауринью, что радоваться может только тот, кто занял первое место, все остальные проигравшие. Вот на этом мы поставим точку в сегодняшней программе «Особое мнение», а высказывал его Николай Голиков, главный редактор журнала «Товары для плохо закончилось, Светлана, я слышала проигравшую. «Особой газеты», ну, господи, мы всем пожелаем выигрыша, нет, все, конечно, конец. Конечно. Всем хорошего дня. Всем хорошего дня.